Закон вступления в спонсорские отношения, он всегда вообще один. Закон таков. Девушка должна обозначить то, что эти отношения спонсорские. Не мужчина должен там догадываться. Он ей буквально платит зарплату. И не бояться этого. Потому что если начнется, ну, я вообще хорошая, мне просто нужны денежки на маникюрчик, педикюрчик, значит, у тебя будут денежки ровно на маникюрчик, педикюрчик. И ничего у тебя больше не будет. Хорошим девочкам, которые вот прям хорошие, хорошие, стеснительные и боятся заявить о своих желаниях, они не видят ни денег, ни хороших подарков, ничего. Они ведут себя одинаково, не в зависимости от того, есть это подарок или нет. То есть, соответственно, мужчина понимает, ну ага, то есть она ведет себя так же, одинаково абсолютно. То есть, в принципе, могу ничего не делать, то же самое будет. Ну, а зачем тогда что-то делать? Мотивации нет у мужчины. Курсы, как продать пилотку подороже. Ребята, всем здорово, Саныч, на связи. Говорит, прям закон. Слушай, а где написан этот закон? В каком? В Конституции? Где там? В каком кодексе? Я не знаю там. Чем это регламентируется? Зарплату платят? Вы что там? Трудовой договор составляете? Типа, да, обязана давать 4 раза в неделю в писью, 2 раза в жопу и 8 раз в рот. Да, короче, то есть это то есть обязанности трудовые. Я извиняюсь, как бы, ну, она... То, что она говорит, я комментирую, да, то есть, как бы, ну, вот, прям чуть ли не трудовое соглашение за это заключать. Прикольно, слушай, то есть, получается, а если этих всех бумаг нету, значит, можно тебя кинуть в конце месяца, да, вот, то есть, ну, а не прошла испытательный срок, ну, не нравится мне все, как бы, мы в ваших услугах больше не нуждаемся, и все, да, и будет так, можно каждый день месяц нового менять, в принципе, да, то есть, ну, чисто ее языком выражаясь, типа, там, это прям закон, ёпта, как бы, ну, давай тогда с точки зрения закона и будем позиционировать, да. Месяц прошел, а мы вам какую-нибудь, я не знаю, там, компенсацию дадим, там, не знаю, там, рублей 200, как бы, ну, чисто за проезд, да, что вы ездили к нам. Вот и все, а дальше мы в ваших услугах не нуждаемся. Вы испытательный срок не прошли. Так что, аривидерчи, чаечка.